Учитывая актуальные требования безопасности, молодежный отдел Даугавпилсской городской думы решил создать праздничное настроение, предложив всем молодым людям города вместе отпраздновать Рождество онлайн. Недавно был получен подобный опыт, удаленно чествуя волонтеров. Мероприятие прошло успешно, и на этот раз будет предложена разнообразная праздничная программа для молодежи в режиме онлайн. 18 декабря на странице Facebook молодежного отдела стартовал рождественский фотоконкурс, в котором молодых людей приглашают принять участие вместе со своими питомцами. Для участников приготовлены ценные призы. В первый день Рождества, 25 декабря, в 11:00 всех приглашают на праздничный концерт, который также пройдет на странице Facebook молодежного отдела. О праздничном настроении позаботятся молодые талантливые музыканты из Даугавпилса. Мы связались с молодыми людьми, которых мы уже знали, которые ранее изъявили желание выступать на Дне знаний, Артишоке, празднике города и различных других фестивалях. Мы также связались с руководителями вокальных ансамблей и через них переговорили с молодыми людьми. Многие с радостью приняли наше предложение, и в итоге получился замечательный и разнообразный праздничный концерт. Одним из самых важных критериев при отборе участников было то, что это должны быть молодые люди именно из Даугавпилса, те, кто готовы показать всем свои таланты. И мы очень рады, что у них будет возможность порадовать всех нас. В свою очередь на второе Рождество 26 декабря в 11:00 посетить страницу Facebook молодежного отдела приглашают всех, кто соскучился по дискотекам. Это мероприятие будет абсолютно безопасным, так как оно также будет проходить онлайн. Конечно, не будет большой толпы, но музыка поможет создать настроение. Молодежь, конечно, не сможет общаться и встретиться друг с другом, но будет создано настроение, что мы все едины. Мы вместе сможем создавать эту дискотеку. И не надо унывать, будем соблюдать правила и меры безопасности, и тогда мы все будем здоровы. Счастливых вам праздников! Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.